Всем здравствуйте, приветствую вас на канале Плеско Михаила, дорогие друзья. У меня для вас сюрприз, мы продолжаем рубрику «Креатив от подписчиков». И сегодня мы затронем такую немаловажную тему, как быстрая зарядка, fast charge. Вредит она все-таки смартфону или нет? И в этом нам очень здорово сегодня поможет Игорь, это автор канала «Ремонтируй сам». Ссылочку на его канал, естественно, я приложу в описании к этому видео. Мое личное мнение по этому поводу следующее. Игорь вам сейчас более подробно все объяснит, но я считаю, что надо определиться, либо смартфон для вас, либо вы для смартфона. Я считаю, что смартфон должен радовать вас, и быстрая зарядка – это действительно очень удобно. А поменять аккумулятор раз в два года – это в целом не составляет какой-то большой для меня проблемы. Чем пользуюсь непосредственно я? Мощная оригинальная Fast Charge зарядка. Причем работает она исключительно только вот с таким вот кабелем специфического цвета. Это что касается проводной зарядки. Но даже такой зарядки мне показалось мало. И я дополнительно на официальном сайте Huawei, кстати, между прочим, 4000 рублей стоит, приобрел беспроводную, внимание, 27-ваттную зарядку. То есть это беспроводной Fast Charge. Стоит он 4000 рублей, если хотите. Приобрести его можно будет по ссылке в описании к этому видео на официальном сайте Huawei. У них есть доставка, то есть именно вот так вот приобретается данный товар. Что касается быстрой зарядки, Игорь, погнали! Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Михаила Плюско. Меня зовут Игорь. Я автор канала «Ремонтируй сам». В сегодняшнем видео я хочу рассказать о том, вредит ли быстрая зарядка аккумулятора. Этот миф был еще опровергнут в 2014 году учеными. Сама быстрая зарядка аккумулятору никак не вредит. Но вот ее неправильность использования может ускорить износ аккумулятора. И основной причиной этому служит неправильность использования. Обычная зарядка приучает заряжать аппарат раз в день, а то раз в несколько дней. А использование Quick Charge проще зарядить 3 раза до 50%. Это быстрее, чем один раз до 100. И знаешь, что когда аккумулятор разрядится, его можно подзарядить за полчаса и нагружать еще полдня. Пользователь начинает чаще подключать свой аппарат к зарядному устройству. Частые зарядки-разрядки, вот что на самом деле вредит батарее и ускоряет срок ее и уменьшает срок ее службы. Средний ресурс литий-ионных аккумуляторов составляет около 400 циклов. Затем емкость начинает падать. То есть, если за 400 циклов зарядки-разрядки ячейка теряет 10%, то за 800 циклов это уже не будет 20%, а это будет значительно больше. И еще такой вопрос. Можно ли использовать неоригинальные зарядные устройства? В общем случае, использовать неоригинальные зарядные устройства можно, но если они произведены соблюдением всех стандартов качества. Покупая дешевые зарядные устройства в китайских интернет-магазинах, вы играете в лотерею. И пусть это будет единичные случаи, растянутый процесс зарядки на несколько часов или вообще не заряжая ваш аппарат аксессуаром NoName, вполне реально. Если зарядник не может выдать необходимую силу току, а провода сделаны из некачественной меди, о том, что может произвести пользование данного аксессуара, я думаю, вам не нужно объяснять. Какие можно сделать с этого выводы? Использование неоригинальных зарядных устройств можно, но нужно их выбирать внимательно и не гнаться за совсем копеечными решениями. Замена раньше положенного срока аккумулятора или вообще восстановление цепи питания смартфона вам обойдется значительно дороже. Так что не нужно экономить на данных аксессуарах. Всем, кому данная информация была полезна, ставьте пальцы вверх. Всем пока!